Началось все сегодня утром с праздничного богослужения Салят-уль-Ид. Оно прошло во всех мечетях республики. В Ид-намазе в центральной джума-мечети города Махачкалы приняли участие тысячи мусульман. Политики, депутаты, члены правительства, главы городов и районов и сотни простых людей пришли вместе помолиться и встретить один из значимых для мусульман праздников. В продолжение темы сюжет Камиля Девятого. Ураза-Байрам – один из двух главных праздников в исламе. Идуль-Фитр символизирует завершение священного месяца Рамадан. Утром на восходе солнца начинается праздничная молитва. Центральная джума-мечеть города становится самым многолюдным местом столицы. Сюда стекается основной поток людей. Я очень рад, что у меня появилась возможность, чтобы праздничный намаз здесь отметить. Я хотел бы поздравить всех наших мусульман с этим праздником, великолепным месяц, когда Всевышний Аллах не спасло нам Коран. Праздничный намаз является желательным. Эта молитва имеет те же условия, что и пятничная. Совершается 2 раката и читается хутба, проповедь имама на арабском языке. При этом в праздничной молитве, в отличие от пятничной, хутбу читают после намаза. В месяц Рамадан верующие в дневное время отказывались от еды и питья. А уже сегодня, после молитвы, они отправятся в гости к друзьям и родственникам с поздравлениями. На протяжении всего священного месяца мусульмане всего мира с трепетом ждали этот день. И от нашего муфтия, и от имени всего муфтия, и от меня лично вас всех поздравить искренне с праздником Эль-Фитр, пожелать принятия постов, тараветов. Дай Аллах, чтобы вы здесь каждый год встречались, а в судный день встретились. Под знаменем пророка, алейхиссаляту вассаляму, и вошли вместе с ним в рай. И дай Аллах, чтобы этот пост, те поклонения и стремление к нравственности, которые мы в этом стремились в этом месяце, делали последние шаги в сторону усовершенствования наших нравов, пусть каждый из нас станет полезнее для общества. Это, наверное, больше касается людей, которые чиновников касаются, правителей, руководителей районов, городов, мэров. Дай Аллах, чтобы у них во главу угла всегда были интересы общества. Праздник продлится 3 дня. Напомню, что правительство республики объявило 5, 6 и 7 июня нерабочими днями. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.